Прям боюсь представить себе, как я все это дотащила, в общем, подалась панике и решила чуть запастись. Вот купила рис, две пачки по килограмму, купила гречку тоже 2 килограмма, литр подсолнечного масла, 2 килограмма муки, две упаковки спагетти, сервелат купила, оладьи, чтобы немножечко стряпать, картошки для плова, ну и для настроения купила вот такие вот конфеты вафельные, глазированные. И тут вот такой вот называется, как называется, изделия мучные кондитерские султанские. Больше, чем полкило. Но выглядит аппетитно. В общем, кое-как дотащилась до дома, думаю, и зачем я все это сделала? Ну ладно, пусть будет.